Тюменские предприниматели с рабочим визитом прибыли в Китайскую Народную Республику. Наша делегация не была там 3 года. Впервые после снятия ограничений поездку организовала торгово-промышленная палата региона. Сейчас предприниматели работают в Гуанчжоу на Кантонской ярмарке. Это самая масштабная выставка в Китае. Более 35 тысяч участников из 200 стран мира. 20 тюменских компаний, представители крупного и среднего бизнеса, ищут здесь комплектующие детали для производств. Так, компания «Юнихит» уже достигла договоренности о поставке партии товара. Еще одна задача на выставке – вдохновиться идеями для открытия новых направлений деятельности. Китайские производители готовы показать тюменцам, как оборудование работает в цехах предприятий. Многие местные неплохо говорят на русском языке. Привет! Здравствуйте! Вами гости из Тюмени, наши друзья. Вот, тоже с вами очень приятно с вами познакомиться. Приглашаем вас город Гуанчжоу.